Коллеги, время 12 часов 30 минут. Давайте зарегистрируемся. Включите режим регистрации. Покажите результат. Кворум имеется. Продолжаем нашу работу. Я напоминаю, мы завершаем рассмотрение пункта 12 порядка работы. Выступает Владимир Александрович Поневежский. Включите микрофон с места. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Фракция «Единая Россия» поддерживает принятие данного законопроекта, так как он направлен на уточнение положений КУАП Российской Федерации в целях повышения эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан и юридических лиц. Законопроектом предлагается выделить несколько отдельных составов административных правонарушений в указанной сфере, повысить штрафные санкции, а также исключить устаревшую норму, устанавливающую административную ответственность за сокрытие информации о наличии свободного земельного фонда, что, на наш взгляд, соответствует объективной реальности, принципу соразмерности наказания, отражает современные потребности в сфере управления земельными ресурсами. Все. Спасибо. Так, Павел Эдуардович, будете выступать заключительным словом? Пожалуйста. Нет? Спасибо. Дмитрий Федорович, тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. Переходим к рассмотрению 13 пункта порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. Докладывает Ринат Шамильевич Хайров. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Законопроект направлен на исправление опечатки, допущенной при принятии статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. Определяет некоторые формальные условия, соблюдение которых является необходимым и достаточным для принятия решения о согласовании переустройства или перепланировки жилищного помещения. Используемый в действующей редакции части 2.1 упомянутой статьи термин «переводимое жилое помещение» изменяет смысловое содержание нормы в той ее части, которая относится к переустройству или перепланировке жилищного помещения. Поэтому считаем, что введение указанного термина в части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации является опечаткой. И поэтому в пользу этого мнения говорит тот факт, что переводимое помещение регулируется статьями 24 и 26 главы 3 Жилищного кодекса. Переустройство и перепланировка жилищного помещения регулируется статьями 25 и 29 главы 4 Жилищного кодекса Российской Федерации. В связи с вышеизложенным и в целях исправления допущенных в нынешней редакции кодекса опечатки, предлагаем использованный в части 2.1 статьи 26 термина «переводимое помещение» заменить термином «переустраиваемое или перепланированное жилищное помещение». Прошу поддержать данный законопроект. Спасибо, Ринат Шамильевич. Присаживайтесь. С докладом выступает Галина Петровна Хованская. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, ну, это тот случай, когда документ, безусловно, надо принимать. Я хочу напомнить, что проект жилищного кодекса вносился у нас правительством Российской Федерации. У меня был альтернативный проект, в котором вот такого недостатка не было. Вот. Но, как говорит наш президент, я не злопамятна, но память у меня хорошая. Да? Вот хочу напомнить на такие ляпы, обратить внимание. И это не единственное. И я очень благодарна вам, вот докладчику, который представлял законопроект, о том, что вы это заметили и исправляете. Действительно, раздел посвящен совершенно другой теме, вот эта часть жилищного кодекса. А вопросы перевода находятся в статьях 22, 23, но совершенно в другой части. Так что на законопроект поступили из тех субъектов Федерации, которые приняли участие в обсуждении, все положительные заключения. Наше правовое управление тоже за. И поэтому я предлагаю принять этот документ. Я бы вообще предлагала принять его сразу и во втором, и в третьем чтении. И это было бы правильно. Спасибо. Спасибо, Галина Петровна. Есть ли вопросы, коллеги?
Есть. Включить режим записи на вопрос. Покажите список. Катасонов Сергей Михайлович. Галина Петровна, у меня к вам вопрос. На самом деле это технические документы. Мы подправляем здесь то, что должно было сразу учтено, вы сказали. Но существует еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся в регионах. То, что касается переустройства. Это проблема остекления лоджий, балконов и кондиционеров. Вот сегодня у нас де-факто это является фактически переустройством. И если мы сегодня, скажем так, в ряде регионов видим, что на это закрывают глаза, а в ряде регионов конкретно начинают штрафовать, это тема, которая касается огромного количества жителей. Как комитет видит, работает ли над этим, или нужна помощь, но эту тему нужно урегулировать, чтобы мы наших людей как-то защитили. Депутат Хованский, включить микрофон. Спасибо, Сергей Михайлович. Действительно, тема очень актуальна, но она в основном выходит и где-то смежная с градостроительным законодательством, поэтому вот нужно все-таки не забывать об облике дома, архитектурном облике. Так что нужно вот этот вопрос, я думаю, еще и согласовать с профильным комитетом по земельным отношениям и строительству, потому что в их компетенции как раз вот эти вопросы находятся. Но я с вами согласна, что проблемы есть. И если в Москве все-таки отступили от этих штрафов, то в других регионах вполне возможно, раз вы говорите об этом, штрафуют граждан. Но облик все-таки общий надо, безусловно, соблюдать. То есть если будет решение, например, застеклить все балконы, ну никаких, мне кажется, препятствий со стороны департаментов архитектуры соответствующих регионах не должно быть, как мне представляется. Но спасибо вам за вопрос. Это действительно проблемы есть, и с этим граждане обращаются. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Есть. Прошу включить режим записи на выступление. Покажите список. Соболев Виктор Васильевич. Спасибо. Фракция ЛДПР, безусловно, поддержит этот законопроект. Мы даже согласны поддержать его сразу во втором и третьем чтении. Позиция фракции нашей такая, что мы вообще хотели бы максимально уменьшить количество документов, которые наши граждане должны подавать в те или иные органы. Потому что, как сейчас сказал наш президент, основная проблема страны – это в чванстве некоторых чиновников. И когда мы бегаем за лишними справками, мы только обозляем людей. Конечно, никто не собирается давать разрешение на снос каких-то несущих стен, но всегда должны быть разумные примеры. Фракция ЛДПР поддерживает данный законопроект. Спасибо. Спасибо. Езубов Алексей Петрович. Спасибо. Как уже отмечалось, законопроект направлен на исправление ошибки или опечатки, и чтобы в дальнейшем не допустить возможных разночтений, разного понимания, и как раз принимается этот законопроект. Поэтому фракция «Единая Россия» поддерживает этот законопроект в первом чтении, готова и принимать в первом, втором и третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Нет необходимости в заключительном слове? Нет, выносим начало голосования. 14 пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 6 федерального закона о бухгалтерском учете и статью 7 федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Докладывает Рафаэль Мирхатимович Марданшин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, проект федерального закона о внесении изменений в статью 6 федерального закона Российской Федерации о бухгалтерском учете и статью 7 федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации в части закрепления положения о возможности для всех субъектов малого предпринимательства ведения бухгалтерской финансовой отчетности в упрощенном виде внесен депутатами Государственной Думы. В соответствии с федеральным законом о бухгалтерском учете, вступившим в силу с 1 января 2013 года, все организации, коммерческие и некоммерческие, обязаны вести бухгалтерский учет, независимо от применяемой ими системы налогообложения в полном объеме.
Ранее действующий федеральный закон о бухгалтерском учете предусматривал освобождение от обязанности ведения бухгалтерского учета организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения. Введение бухгалтерского учета в полном объеме предполагает повышение расходов малых предприятий и некоммерческих организаций, в том числе и на дополнительную оплату труда принимаемых бухгалтеров, что, соответственно, приведет к ухудшению условий ведения ими своей деятельности. Считаем, что для малых предприятий и отдельных форм некоммерческих организаций целесообразно обеспечить возможность формирования бухгалтерской отчетности в упрощенном виде. Действующий федеральный закон о бухгалтерском учете содержит положение о том, что регулирование бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с принципами упрощения способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность для субъектов малого предпринимательства. В то же время прямого указания о том, что все субъекты малого бизнеса имеют право на применение упрощенной бухгалтерской отчетности, в указанном законе не содержится. Нормативное регулирование указанных вопросов осуществляется на уровне актов, разъяснений и информации Министерства финансов Российской Федерации. Кроме того, федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации предусматривает, что в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства могут предусматриваться упрощенные системы ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности. Данный закон ограничивает перечень субъектов малого предпринимательства по сравнению с федеральным законом о бухгалтерском учете предприятиями, осуществляющими отдельные виды деятельности, а перечень видов деятельности, по которым может предусматриваться упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, до настоящего времени не утвержден. Таким образом, в настоящее время в законодательстве четко не прописано право всех без исключения субъектов малого предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций на применение упрощенной бухгалтерской отчетности. Более того, по данному вопросу существует противоречие в федеральном законодательстве. Отсутствие закрепленного единообразного подхода к формированию бухгалтерской отчетности может привести к массовому нарушению прав предпринимателей, связанных с требованием формировать бухгалтерскую отчетность уже вот в этом 2013 году в обычном режиме, наряду с крупными предприятиями. Предлагаемый нами законопроект устраняет противоречия в законодательных актах федерального уровня, снимает ограничения на применение упрощенной системы налогообложения, а также напрямую вносит в федеральный закон о бухгалтерском учете положение о том, что упрощенный режим распространяется на все субъекты малого предпринимательства без ограничений и отдельной формы некоммерческих организаций. Принятие указанного законопроекта не потребует финансовых расходов, покрываемых за счет бюджета. Также в связи с этим прошу поддержать данный законопроект и принять его в первом чтении. Спасибо, Рафаэль Мирхатимович. Присаживайтесь. С докладом выступает Татьяна Олеговна Алексеева. С места. Включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроектом дополняется перечень лиц, освобожденных от ведения бухгалтерского учета индивидуальными предпринимателями, плательщиками единого налога на обмененный доход для отдельных видов деятельности. Комитет поддерживает законопроект. К нему имеется ряд замечаний юридико-технического характера, которые могут быть устранены ко второму чтению. И учитывая, что предлагаемым законопроектом меры направлены на снижение излишней административной нагрузки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, комитет рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении рассматриваемый законопроект. И фракция «Единая Россия» поддерживает данный законопроект. Спасибо, Татьяна Олеговна. Если есть вопросы, включите режим записи на вопросы. Покажите список. Савельев Дмитрий Иванович. Да, спасибо. Рафаэль Михайлович, ну вот с того момента, как бухучет, так сказать, был возвращен в жизнь малых предпринимателей, прошло чуть меньше года. Это вот с 1 января 2013 года, значит, все вот состоялось. Скажите, а что изменилось вообще за этот неполный год? Ну вот довольно большое количество лет
люди не вели бухгалтерский учет. Но если мы берем упрощенцев, вот 6% с оборотов, что есть бухучет, что, так сказать, что он не ведется, ну, размер налога от этого не меняется, и, соответственно, сборы в казну тоже. А вот сейчас планируется, так сказать, упрощенный некий такой вид деятельности. А зачем вообще все это? Не проще ли вернуться к первоначальному варианту? Это раз. Второй момент хотелось бы уточнить. А что с инициативами, так сказать, вот Народного фронта, насколько я помню, так сказать, в части того, что малые предприниматели, зарегистрировавшиеся, так сказать, впервые, на протяжении нескольких лет... Добавьте 10 секунд. Савельеву добавьте время. Пожалуйста, Дмитрий Иванович. В части того, что малые предприниматели, зарегистрировавшиеся впервые, освобождаются от налога на протяжении нескольких лет. Это очень важно, действительно инициатива. Она позволит коренным образом изменить ситуацию. Спасибо. Депутату Марданшину включить микрофон. Можно. Да. Отвечая на вопрос, хотел бы сказать, что на данный момент, конечно, еще ничего не изменилось в деятельности малых предприятий. Но дело в том, что, вот, как вы знаете, до 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели и малые предприятия, организации были освобождены, работающие по упрощенной системе налогообложения, были освобождены от ведения бухгалтерского учета. Но с Нового года индивидуальные предприниматели у нас остались в том же виде, что они освобождены от ведения бухгалтерского учета, а малые предприятия, организации уже обязаны вести полный бухучет. И сложилась ситуация, что до сих пор еще некоторые малые предприятия не знают о том, что они обязаны вести полный бухучет. В конце года, когда они обязаны будут сдавать уже отчетность полную, они с этим столкнутся. А за неведение бухучета у нас предусмотрены штрафные санкции, и кроме этого восстановить вот этот бухучет за весь год они просто не успеют и не смогут. Поэтому для нас важно вот эти поправки внести, вот этот законопроект принять, чтобы наши малые предприятия все-таки были освобождены от вот ведения такого громоздкого бухучета, чтобы они вели этот бухучет в упрощенном виде. Спасибо. Катасонов Сергей Михайлович. Рафаэль Мирхатимович, юридически мне понятно то, что вы вносите в шестую статью. Скажем так, для улучшения, понимания, что ли. А скажите, пожалуйста, вот с введением и с принятием данного закона, а что поменяется у малых предприятий? Вот сегодня они работают без этого закона. Сейчас мы проголосуем в первом, втором, третьем чтении. Для малых предприятий что изменится конкретно? Депутату Марданшину включить микрофон. Ну, я, в принципе, уже попытался объяснить. Изменится очень многое. Или они будут, если мы вот эти поправки не примем, этот закон не примем, то они будут обязаны вести полный бухучет, как и огромные предприятия, огромные, скажем, заводы, где численность работающих, там и тысячи работников, и обороты миллиардами исчисляются. И наши вот эти малые предприятия, где иногда сотрудники, количество сотрудников составляет там 5-10 человек и небольшие обороты, они будут вести, обязаны будут вести вот этот полный бухучет. Поэтому нам необходимо вот эти поправки принять, чтобы они все-таки имели возможность и имели право вести упрощенный бухучет, чтобы не загромождать им их излишней отчетностью, что, как мы говорим, что это же ухудшает и положение и предпринимателей, и в целом инвестиционный климат в нашей стране от этого ухудшается. Спасибо. Есть желающие выступить? Включите режим записи на выступление. Покажите список. Катасонов Сергей Михайлович. Семь минут, да, вам, Сергей Михайлович? Поставьте 7, а там как получится. У нас очень был хороший посыл к этому закону, и даже
Сергей Евгеньевич в своем интервью сказал, что очень важный закон, который будет рассматриваться в Государственной Думе, который сегодня ждут малый бизнес. И вот то, что мы реально получили сегодня в этом законе, вы знаете, юридически я могу проголосовать за этот закон. Но принимая такие законы, я считаю, что мы дискредитируем вообще орган Государственной Думы. Вот возьмите те посылы, с которыми индивидуальные предприниматели пришли к нам, и тот закон, который мы разрекламировали, сейчас им дадим. Вот я не случайно же задал Рафаэлю Мирхатимовичу вопрос, а что изменится? Рафаэль Мирхатимович, ничего. Ничего. Дело в том, что сегодня в соответствии с федеральным законом об бухучете такое право у малых предприятий есть. Читайте статью 20. Там четко написано, что для малого предпринимательства может быть введена упрощенная отчетность. Вы вводите в другую статью, вы занимаетесь юридической казуистикой, вы подчищаете. Я не говорю, что этого нельзя делать и не нужно. Да ради бога, вы заходите зачем с таким посылом, что мы вернем малому предпринимательству то, что было. Что было-то у нас? Было то, что он имел право, если он на упрощенной системе налогообложения, не путайте систему налогообложения и учет. Так вот, если там она упрощенная, то он ведет книгу расходов и книгу доходов. Или только доходов, в зависимости от того, как он там ведет, какая система у него там, с оборота или с разницей. А сейчас-то по новому закону он должен вести этот учет. Так они-то к нам пришли с просьбой, верните нам, чтобы мы вели как малый бизнес только книгу расходов и отчетов, а вы что им предлагаете? Вы им предлагаете упрощенную отчетность, она у него по 20 статье есть. Ничего вы не меняете. Я не против, еще раз говорю, что мы почистили, записали в 6 статью. Вы зачем обещаете людям то, чего нет? А потом сегодня вот выступал депутат от эсеров, говорит, выбрасывают нас с избирательных участков. Конечно, они нас будут выбрасывать, когда мы такие законы принимаем. Значит, еще один момент, если уж говорить о чистоте. Значит, вот статью вторую вы вводите федерального закона. В статью 7 о развитии малого и среднего предпринимательства. В части 1 слова «осуществляющих отдельные виды деятельности» исключить. У нас в 7 статье нет части 1. Более того, я думаю, может быть, у меня старый вариант, я просто набил отдельные виды деятельности. У нас вообще в законе нету этих слов. Вот вопрос о качестве подготовки этих документов. Поэтому я вам могу сказать, что вы тут в заключении писали, что есть. Есть сегодня инструкция налоговой службы, которая определяет малому бизнесу. Ведется отчетность. Вот я разговаривал с малыми предприятиями, они нормально работают в соответствии с рекомендацией налоговой службы. У них введена специальная форма упрощенная. Что такое упрощенная форма? Упрощенная форма в переводе на русский язык – это программа 1С, это компьютер, это бухгалтер и это программист, который обновляет эту форму. Так что мы делаем? Какая разница вести, уж если есть программа 1С, то он сможет вести и в полном объеме, и в усеченном. От нас требуется другое. Мы должны вернуть законопроектом в ту часть, которая была до того. Еще раз повторяю, речь идет о том, чтобы малому бизнесу дать право вести не упрощенную финансовую отчетность, а вести в соответствии с упрощенной системой налогообложения книгу доходов или книгу доходов и расходов. Вот о чем речь. Конечно, мы можем проголосовать за этот законопроект, он не ухудшает положение наших предпринимателей, но, к большому сожалению, он и ничего для них абсолютно не меняет. А кроме того, еще вот ваша вторая статья в законе, которой нету реально, она говорит о качестве подготовки документа. Поэтому я считаю, что если мы… А вы, кстати, же заходили, первоначальная у вас идея была, индивидуальный предприниматель, запятая, организация, правильно?
Так вы выхолостили фактически тем документом, который мы видим, сегодня этот законопроект. Поэтому я считаю, либо нужно было стоять на этом, отстаивать свою точку зрения, либо полностью этот закон отозвать. Спасибо. Спасибо. Крутов Андрей Дмитриевич. С места включить микрофон. Спасибо. Иван Иванович, уважаемые коллеги, я сегодня на 10-минутке фракционной, конечно, с большим удивлением послушал выступление представителя фракции «Единая Россия», который вдруг заговорил о необходимости поддержки малого бизнеса в России. Конечно, хочется задать такой риторический вопрос. А где эта фракция, где партия власти были все те 25 лет, когда ежегодно, я подчеркиваю, ежегодно принимались решения, которые ухудшали положение малого предпринимательства, улучшали положение субъектов малого бизнеса. И те исправления, которые мы сейчас вынуждены вносить в действующее законодательство, это тоже следствие голосования и, прежде всего, голосования «Единой России». И мне кажется, что нынче слова заботы о малом бизнесе из уст «Единой России», они звучат по меньшей мере либо как издевательство, либо как конъюнктурщина. И выступление коллеги из ЛДПР, оно предыдущее, оно лишний раз это подчеркивает. У нас мы занялись бухгалтерским учетом в малом бизнесе. Вы знаете, там скоро учет бухгалтерский вести некому будет, ни по упрощенной, ни по усложненной системе. Этот сектор катастрофическим образом экономики схлопывается. Люди и предприятия либо закрываются, либо уходят в тень. И такими косметическими законопроектами, о которых мы с вами сегодня обсуждаем, проблему очевидно не решить. Я вот хотел бы хотя бы пару назвать тезисов, которые на самом деле волнуют малый бизнес, которые на самом деле важны для него, и адресовать его в том числе и коллегам из комитета по бюджету, которые выступали и будут выступать. Ну, первое, это, конечно, налоги. Это то, о чем справедливая Россия говорит уже на протяжении нескольких лет. Когда налоги для малого бизнеса не будут ежегодно увеличиваться, а будут снижены в 2-3 раза, с учетом в том числе и социальных взносов. Пока ситуация обратная. Сотни тысяч предприятий, сотни тысяч индивидуальных предпринимателей уходят в тень и прекращают свою деятельность. Второе, о чем мы говорим уже неоднократно, это когда на порядок, как минимум, будет увеличена государственная финансовая поддержка этого сектора экономики. Очевидно, что 20 миллиардов рублей ежегодно, мы уже считали, 100 рублей на человека в месяц, но недостаточно этой 100-рублевой поддержки для малого бизнеса. Когда в государственном бюджете, в федеральном бюджете, эта сумма вырастет хотя бы на порядок? Нет пока ответа. Следующий момент. Когда мы наконец прекратим... Добавь 4 минуты. Пожалуйста. Ограничивать в массовом порядке свободу предпринимательства во всей России. У нас закрытые рынки, закрытые и ликвидированные палатки, выброшены на улицу десятки и сотни тысяч людей, которые работали в этом бизнесе. Под прикрытием закона об ограничении потребления табака и алкоголя малый бизнес лишился 75% выручки. При этом уровень доступности алкоголя и табака, уверяю вас, не снизился ни на йоту. Когда, наконец, мы в Государственной Думе, в том числе и голосами партии власти, прекратим голосовать, например, за упрощенный порядок арбитражного производства, который позволяет штамповать решения против того же малого бизнеса просто без участия их представителей в суде. Когда мы поставим, наконец, преграду, например, для таких ведомственных инициатив, как новый порядок ведения кассовых операций, который загнал фактически в банки миллионы индивидуальных предпринимателей. И таких, когда у нас, как у фракции, у меня очень много. Но ни на один из этих вопросов законопроект, предложенный «Единой России», не дает. И, наконец, кстати, хотел бы, не могу не упомянуть про тарифы. Когда, наконец, тарифы на подключение к мощностям мы введем в разумные пределы, когда, наконец, сами по себе тарифы мы ограничим.
Или мы так и будем продолжать принимать законопроекты, как вот недавно принятый законопроект по так называемому ограничению тарифов на ЖКХ, которые реально ничего не ограничивают и реально ничего не решают, в том числе и для субъектов малого предпринимательства. Ни на один из этих вопросов, ну, по крайней мере, со стороны партии и власти внятного ответа нет. Мы, как фракция, поддержим законопроект, но все то, о чем я говорил, требует срочного и немедленного законодательного решения, в том числе и при рассмотрении бюджета на будущий год осенью. Спасибо. Спасибо. Макаров Андрей Михайлович. С места включить микрофон. Спасибо, уважаемый Иван Иванович. Вы знаете, на самом деле спасибо за поддержку этого законопроекта. Спасибо. Ну, а то, что 25 лет «Единая Россия» разваливала малый бизнес, можно вспомнить, сколько существует «Единая Россия». Уже если бы взялись и 25 лет разваливали, может быть, действительно бы развалили. Хочу просто напомнить о том, что такое упрощенная система налогообложения. Так, для начала, просто для некоторых, ну, совсем ведь о маленьких говорим. Мы подняли потолок до 60 миллионов рублей. Кому-то нравится в долларах, 2 миллиона долларов. Налог 6%. Или если ты ведешь бухгалтерский учет, разница между доходами и расходами, но не менее 1%. Это, конечно, загубили. Вот, 60 миллионов, кстати, я хотел просто напомнить, вы там о бедности там какие-то законы периодически вносите, вы хоть посчитайте предложение, вы же все время предлагаете 60 миллионов увеличить до 100, до 200, это малый бизнес 100-200, это поскольку вы начали говорить о других законах, я вам просто напоминаю ваши законодательные инициативы. Уважаемые коллеги, а вот теперь несколько слов по существу того закона, который обсуждается. Я хотел бы выразить огромную признательность авторам. Авторы не просто подняли важнейшую тему и важнейшую проблему, которая состояла в том, что с принятием закона о бухгалтерском учете произошла действительно, возникла серьезная проблема, когда малый бизнес оказался, встал перед необходимостью перехода на общую систему налогообложения. Только вот эти разговоры о том, что раньше они ничего не вели, не вели те, кто не читал действовавший тогда закон. А в действовавшем тогда законе было сказано, что не ведут они учет бухгалтерский только в тех случаях, когда это не предусмотрено другими законами. Если вы будете знакомиться не только с креслом своего предшественника, но еще и то, что ваш предшественник делал в комитете, вы узнаете, что таких законов 34. И вот во всех этих 34 законах было написано то, чем занимался и должен был заниматься в области бухгалтерского учета малый бизнес. А дальше возникает вопрос, нужны здесь какие-то ограничения, нужен вообще какой-то учет или нет, когда все хорошо, ничего не нужно. А вот представьте себе, что организаторы малого бизнеса разбежались. Проблемы, или хотят продать, или хотят купить. Нет никакого варианта, как это сделать только по чистым активам. Как можно определить чистые активы без ведения бухгалтерского учета? Наконец, представьте себе, что границу 60 миллионов малый бизнес перешагнул. В этой ситуации он должен перейти на общий режим налогообложения. Если нет бухгалтерского учета, что он будет делать? Или мы его просто... Что мы с ним будем... Что будет делать предприниматель? Поэтому вот этот стон Ярославльный о том, как все плохо, я бы посоветовал сначала законы почитать. А вот теперь о том, почему... Добавьте 4 минуты. А теперь почему надо принимать этот закон? Почему на самом деле это важнейший прорыв в бухгалтерском учете и именно для малого бизнеса? Да по той простой причине, что мы сегодня, в соответствии с действующим законом о бухгалтерском учете, который действует на сегодняшний день, не можем прописать в инструкциях Минфина вот ту самую книжку, о которой вы говорите. Нет такого полномочия Минфина. Мы должны дать эту возможность, которую мы и представляем этим законом. Когда вы говорите о том, что было в первом чтении, надо стоять, я очень благодарен авторам, мы серьезно подошли, потому что оказалось, за внешним улучшением мы ухудшаем положение огромной части малого бизнеса. И вот вместе с авторами, работая над данным законопроектом, сколько сил авторы законопроекта от «Единой России», я хочу подчеркнуть, авторы,
ходили и бились в правительстве, в Минфине, чтобы найти наилучшую форму именно для малого бизнеса. Разговоры, я где-то ездил, что-то спросил. Спросите организации малого бизнеса. Они не просто поддерживают этот закон. Они говорят о том, что именно в такой форме он необходим. Так вот, не надо устраивать вокруг закона о бухгалтерском учете, крайне необходимого малому бизнесу, не надо устраивать демагогические пляски и агитацию, которая на самом деле свидетельствует только о том, что, к сожалению, авторы не читали действующего закона, а если читали, то просто в нем не разобрались. Коллеги, давайте сначала будем разбираться, а потом уже давать какие-то советы. Я еще раз хотел бы закончить свое выступление тем. Фракция «Единая Россия», которая подготовила этот закон, фракция «Единая Россия», которая будет голосовать за этот закон, считает, что этот закон является важнейшим этапом на пути превращения наших законов, в том числе бухгалтерском учете, в максимально комфортные для бизнеса. И вот на тот вопрос, который здесь звучал чисто риторически, что этот закон дает малому бизнесу, это то, что они могут с минимальными затратами, я подчеркиваю, с минимальными затратами, с минимальными усилиями, не тратят денег ни на адвокатов, ни на советчиков из Государственной Думы, которые советуют, что надо сделать, смогут решать свои проблемы в соответствии с законом. Вот этот закон дает им эту возможность. А все остальное, к сожалению, пока только демагогия. Но мы приглашаем всех тех, кто сегодня выступал, поработать вместе с нами во втором чтении. Хотя, на наш взгляд, данный закон нуждается только в небольшой технической правке. И закончить я хотел бы еще раз словами благодарности авторам, которые действительно проявили очень серьезную целеустремленность, упорство в решении этой задачи. Спасибо. Игорь Владимирович, нет необходимости. Рафаэль Мехатимович, будете выступать заключительным словом? Включите микрофон депутату Мартаншину. Да, в принципе, я хотел только поблагодарить все фракции, что я понял, что они все также беспокоятся и заботятся о малом бизнесе и готовы поддержать данный законопроект. И здесь я только соглашусь с Андреем Михайловичем, то, что у нас есть еще время до второго чтения. Если есть какие-то сомнения или есть какие-то предложения, то время есть. Пожалуйста, подключайтесь к данному законопроекту, вносите. Мы, конечно, будем их рассматривать, дорабатывать. Но я думаю, что мы постарались максимально все учесть. Спасибо. Спасибо. Татьяна Олеговна, нет необходимости? Нет, хорошо. Выносим законопроект на час голосования. 15-й пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 16 федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Докладывает Ризван Даниялович Курбанов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, рассматриваемый законопроект поступил в Государственную Думу 28 марта текущего года и прошел все необходимые законопроектные процедуры для его сегодняшнего рассмотрения в первом чтении. Законопроектом предлагается расширить перечень оснований для отклонения заявления иностранного гражданина о приеме в гражданство Российской Федерации или восстановления ранее имевшего российского гражданства. Отнеся к этим случаям, когда в отношении иностранного гражданина помимо административного выдворения применялись также процедуры депортации и реадмиссии, а также случаи вынесения в отношении иностранного гражданина решения о нежелательности пребывания в Российской Федерации. Действующая редакция пункта Г статьи 1, части 1 статьи 16 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации предусматривает только одно основание для отклонения заявление иностранного гражданина о приеме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении ранее имевшего у него российского гражданства. Это применение в отношении такого лица процедуры административного выдворения в течение 5 лет, предшествующих обращению с соответствующим заявлением. Следует отметить, что инициируемый перечень полностью соответствует перечню оснований для отказа иностранным гражданам выдачи разрешения на временное пребывание или вида на жительство, либо их аннулирование, установленных соответствующими нормами статьи 7 и 9 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Таким образом, будет обеспечено единство подходов при оценке одинаковых по своей природе правовых действий. На основании изложенного Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендует Государственной Думе принять проект федерального закона в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Ризван Даниилович. Есть ли вопросы, коллеги? Нет вопросов. Есть, извините, включите режим записи на вопросы. Можно с места, конечно.
Покажите список. Федоткин Владимир Николаевич. Руслан Данильянович, подскажите, пожалуйста, не совсем понятно, есть какая-то разница в подходах вот предоставления гражданства русским, которые уезжают и теперь уже других стран, бывших советских республик, и людей, которые едут с Кавказа, то есть русские едут на свою историческую родину, а те едут просто в другое государство. К ним один и тот же подход будет? Или какие-то все-таки русским и русскоязычным населению будут определенные послабления получения гражданства? Депутат Курбанов, включите микрофон. Спасибо большое. В принципе, вопрос не имеет ничего общего с содержательной направленностью рассматриваемого законопроекта, но тем не менее хочу сказать, что будет единый подход без относительно национальной принадлежности. Спасибо. Савельев Дмитрий Иванович. Спасибо, Резван Данилович. Скажите, пожалуйста, а существуют ли статистические данные, какое количество выдворяемых лиц, подвергшихся реадмиссии, хочет вернуться на территорию Российской Федерации и желает в дальнейшем получить гражданство России? Спасибо. Депутат Курбанов, включите микрофон. Спасибо большое за вопрос. В ходе подготовки законопроекта, в ходе разработки его, мы получили ряд данных из Министерства иностранных дел, из Федеральной миграционной службы. И данные, в принципе, одни нас, в общем-то, заинтересовали при рассмотрении, при подготовке этого законопроекта. Это прием в гражданство Российской Федерации лиц, которые обращаются за пределами России. То есть в консульство, в посольство таких лиц за период 2010 и 2012 год получилось где-то более 100 тысяч. А если быть детально говорить, то 100 921 человек. То есть это люди, которые получили гражданство Российской Федерации, обратившись за пределами Российской Федерации. Вот эти данные у нас есть. Спасибо. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Нет, выносим законопроект на час голосования. 16 пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 18 федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Напоминаю, мы его рассматриваем по сокращенной процедуре. Докладывает Резван Даниилович Курбанов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, данный законопроект поступил в Государственную Думу 25 апреля текущего года и прошел все необходимые законопроектные процедуры для его сегодняшнего рассмотрения. Законопроектом предлагается установление отказа в выдаче или аннулирования разрешения на работу по причине расторжения трудового договора только в отношении иностранных работников, прибывших в нашу страну в безвизовом порядке, без учета тех, кто прибыл по визе. Данное обстоятельство, как мы с вами понимаем, противоречит статье 19 Конституции Российской Федерации, гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина. Также инициируемое авторами основания для отказа выдачи или аннулирования разрешения на работу не согласуется с правом иностранного работника на заключение нового трудового или гражданско-правового договора в течение 15 дней со дня досрочного расторжения ранее заключенного им трудового договора или гарантированного или гражданско-правового договора, предусмотрено пунктом 7 статьи 13 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Таким образом, как мы видим, законопроект не в полной мере соответствует Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. На основании изложенного Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендует Государственной Думе отклонить проект федерального закона в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Резван Даниилович. Выносим законопроект на час голосования. 18 пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельной статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с определением административно-правовых мер, направленных на индивидуально-техническое противодействие управлению транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Докладывает Михаил Иванович Сердюк. Спасибо, Иван Иванович. Ну, тема безопасности на дорогах звучит в этих стенах каждый день, и я приведу лишь две цифры. В прошлом году по вине пьяных водителей пострадало 12 843 человека, и погибло 2103 жизни. Если перейти от статистики к обычным людям, понять, что это чьи-то дети, родители, мужья, жены, это близкие люди, и это каждая семья, это судьба. И для кого это большая трагедия. Данным законопроектом мы предлагаем снизить количество аварий, возможно, по вине пьяных водителей,
введя такое устройство, как алкозамок. Человек, лишенный за управление в нетрезвом состоянии, по решению суда на добровольной основе в виде альтернативного наказания может согласиться на установку такого алкозамка за свой счет. Ему делают соответствующую отметку в удостоверении, но не дунув трубочку, машина не заведется. То есть если человек выпивает и повторно решил, так сказать, сесть за руль после того, как его уже наказали, он не сможет этого сделать. Подобный опыт широко применяется во всем мире. США, Канада, Финляндия, Австралия, Швеция, Голландия. Можно долго перечислять. В Калифорнии эта практика работает уже 27 лет, и завод КАМАЗ, самое ближайшее будущее, поставил себе планы оснащать все свои автомобили такими замками. На дорогах становится меньше инспекторов, и это действительно требование времени. И одновременно, так сказать, технический контроль в этом отношении был бы дополнительным стимулом и снимал бы те пробелы, которые стали возникать в уменьшении этих сотрудников. Скептики говорят о том, что, дескать, негде их купить в магазинах, эти замки, они сейчас не продаются. Но могу сразу заметить, что пока этого закона нет, никто добровольно себе их ставить не будет, соответственно, и продавать. Тот же разговор был и про детские кресла, когда их вводили. Говорили, да нет, кресел не купишь, ничего. Но тем не менее, приняв такие требования, были спасены десятки, а может быть и сотни детских жизней. И это вырастут, станут гражданами, достойными гражданами нашего общества. Думаю, что этим законом мы сможем количество жизней сократить настолько существенное для нас всех. Вот представьте, а если 20% от погибших за год посчитать, это будет вот весь наш зал депутатов. Вот если только на 20% это поможет. Это ведь колоссальная цифра. Колоссальная цифра. Даже если одна человеческая жизнь, то есть смысл принять, рассмотреть этот закон и поддержать. Тем более, что в последнее время, вот вчера, позавчера мой коллега Ярослав Евгеньевич Нилов говорил о том, что Дума принимает запретительные меры, увеличивает ответственность, штрафы, наказания. Хоть миллион сделай штраф, хоть миллиард. Если он готов в следующий раз садиться пьяный за руль, он сядет. Хоть какой штраф ему установи, там, наказание, и его это никак не остановит. Надо предупреждать. Если мы сумели предупредить, то мы спасли жизни, мы сделали свое дело, и дай бог этим людям здоровья, пусть живут, радуются. Вот я знаком с заключением комитета, позиция мне понятна. Формальное основание тоже, сейчас Дмитрий Федорович все расскажет очень хорошо. Но предлагаю вот долго не затягивать, значит, берите идею, на авторство не претендуем, переписывайте, вносите, и давайте быстрее примем эти алкозамки и будем спасать человеческие жизни на дорогах. Спасибо. Спасибо, Михаил Иванович. Со докладом выступает Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, слов нет, идея очень интересная и применяемая во многих странах мира. Алкозамки есть, есть практика этого применения. Единственное, вспомните, мы 23 июля этого года приняли федеральный закон, который вступил в силу, которым устанавливается безусловное лишение права управления транспортным средством для тех, кто был пойман за рулем в состоянии опьянения, как алкогольного, так токсического и наркотического. И только однозначный запрет на управление мы оставили в качестве санкции, ну и увеличили значительно суммы штрафов. Следовательно, смягчать положение тех, кто был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, мы не можем. Есть к законопроекту ряд замечаний юридико-технического характера и правового характера. Конечно же, необходимо для того, чтобы вводить вот эту систему, сначала вносить изменения в правила дорожного движения, это прерогатива правительства, затем уже менять ряд федеральных законов, или сначала начинать, допустим, с закона о безопасности дорожного движения, потом вносить изменения в правила, и потом уже в конце мы будем вносить изменения в КАП. Поэтому, несмотря на то, что это интересное предложение, тем не менее оно в настоящий момент нереализуемое, и мы уже реализовали другую концепцию, которая, мы надеемся, поможет сократить количество смертей на дорогах по вине пьяных водителей. Поэтому данный законопроект предлагаем отклонить в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Федорович. Есть ли вопросы, коллеги? Есть. Включить режим записи на вопрос. Покажите список. Нилов Ярослав Евгеньевич.
Ну, первое, для информации, всегда в правилах дорожного движения была норма, запрещающая употреблять алкоголь за рулем. Это не регулируется законом, хотя действительно в административном кодексе такие строки появились. Но это всегда была норма правил дорожного движения. Это раз. Вопрос следующий. Год назад практически произошла страшная авария на Минской улице, в результате которой погибли люди. И фракция «Единая Россия» с первого же дня начала говорить о том, что завтра же мы ужесточим уголовное законодательство за ДТП, которые совершены пьяным водителем с жертвами. Так вот, прошел год, и ничего не сделано. Вопрос, почему? Вопрос кому? Наверное, комитету. Дмитрий Федорович, вам, видимо, вопрос. Да? Если вопрос адресован комитету по конституционному законодательству и государственному строительству, то все вы прекрасно знаете, что мы, в нашем ведении не находится вопрос уголовного законодательства. Но это так, к слову. Я, когда говорил о внесении изменений в правила дорожного движения, они должны были касаться, если бы мы принимали вот эту вот идею, которая сейчас озвучена многоуважаемым коллегам, коллегой Сердюком, туда нужно вносить изменения, которые касаются порядка использования алкозамков, порядка управления таким автомобилем или такими автомобилями, на кого они распространяются. Ведь если следовать логике, что установка алкозамка однозначно будет предотвращать повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, нет. Вот если человек попался, вот он вообще не должен садиться за руль. Трезвый, пьяный, никакой вообще. То есть вообще никак и никогда в течение срока лишения его прав. Вот эта концепция, которую мы поддерживали и поддерживаем, и никак иначе. А что касается принятия изменений в Уголовный кодекс, я еще раз повторюсь, вы знаете прекрасный порядок рассмотрения. Было очень много предложений, они все обобщаются. И если есть вопросы, ну, к профильному комитету, я полагаю, эта информация будет предоставлена. Спасибо. Федоткин Владимир Николаевич. Михаил Иванович, действительно, проблема очень важная, и идеи, и законопроект правильный и нужный. Но, может, что-то я тут недопонимаю. Поясните, пожалуйста, не возник такая ситуация. В трубочку дунет один человек, совершенно трезвый, а за руль сядет и поведет другой человек после него, который выпил. Может быть такое? И как это быть? Михаил Иванович Сердюков, включить микрофон. Смотрите, Владимир Николаевич, ну, этот вопрос изучался. Вот я вам скажу первое. В мире нет ни одного случая, когда приняли бы закон, и он гарантировал бы на 100% предупреждение дальнейшей ситуации. Нет таких практик, во-первых. Во-вторых, если произойдет то, о чем вы говорите, да, хотя мы изучали опыт западных стран, менталитет совершенно разный, Россия другая. Но вот если муж напился и говорит жене своей, дунь за меня, я поеду, ну, далеко не каждая жена это сделает. Но если он уговорит соседа, друга это совершить, хотя трезвый человек и пьяный мыслят по-разному, в случае аварии, если пострадают люди, уголовная ответственность будет и распространяться на того человека, потому что он будет сообщником в этом отношении. Еще раз скажу, что да, вопрос есть всегда к любому законопроекту, но мы минимизируем риски. Абсолютизировать нельзя, что взял вот закон, принял и завтра пить перестали. Я вот во всем согласен, Дмитрий Федорович хорошо говорил, достаточно емко, красиво, но одно не разделяю мнение. Он говорит, мы согласны с концепцией, а я согласен с реалиями жизни. Вот концепция какая угодно может быть, чтобы на 3 года лишили, он не пьет. А он пьет. И пьют в России, и будут пить, и пьют еще больше. За последние годы, к сожалению, все больше и больше. Поэтому концепция — это здорово все. А реалии другие его лишают, он пьяный опять за руль, и людей сбивает, и люди гибнут. Спасибо. Савельев Дмитрий Иванович. Спасибо, Михаил Иванович. Ну, действительно, законопроект очень интересный и нужный. В связи с этим уточняющий вопрос. А существует ли в России производители, готовые приступить немедленно в случае принятия данного закона к производству алкозамков? Вот, да, и насколько быстро вот потребность будет закрыта нашими производителями? Спасибо. Депутат Сердюков, включить микрофон. Дмитрий Иванович, смотрите, вот первая часть вопроса. Пока закон не принят и такой нормы нет, требования, да, никакой производитель этот замок устанавливать и производить не станет. Но если возникает потребность, то организовать сборку, производство этих приборов достаточно просто. Он незамысловатый, он принципиально, да, так сказать, вполне реализуем на нашей территории. Но мы должны решать в первую очередь задачу спасения человеческой жизни. А если мы хотим еще на этом заработать, государство будет поддерживать инновационную политику, производство, ну, это будет дополнительным благом, синергетическим эффектом. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович.
Да, извините, пожалуйста, я все-таки, Михаил Иванович, не очень понял принцип действия. Вот, то есть, если надо дышать, то, как уже спрашивали, может другой вдохнуть за место алкоголика, и машина заведется и поедет. Если дышать не надо, то пары, допустим, человека, который выпил, но не сидит за рулем, не дадут завестись автомобилю, то как, допустим, доставить этого алкоголика домой? И почему вы считаете, что этот человек, который дыхнет за кого-то, будет нести ответственность? Объясните еще раз, пожалуйста. Депутат Сердюков, включите микрофон. Вот, смотрите, Сергей Владимирович, ну, по порядку вот, постановки вопроса. Ну, во-первых, пары, которые находятся в машине, они не будут влиять на запуск двигателя, это производится дыхание в трубочку. Во-вторых, вот, если другой человек подышит, заведется, не заведется. Вот когда в полиции выдают пистолеты, там же не говорят никого, а если вот мы раздадим пистолеты, а он отдаст другому, и тот будет стрелять. Следуя этой логике, мы зайдем в тупик. То есть действительно, да, такие случаи возможны. Да, действительно, может быть. Но я вам еще раз хотел бы сказать, что психология пьяного человека, да, водителя и трезвого рядом, она совершенно разная. Ну, будет 1, 2, 3, 5, может быть, 10% таких случаев. Это нельзя исключать. Я не идеализирую наше общество, пространство. Такое вполне возможно. Но действительно, в подавляющей мере острота проблемы может быть снижена. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Есть. Включите режим записи на выступление. Покажите список. Старовойтов Александр Сергеевич. Вы от фракции или как? А сейчас по времени посмотрим. Хорошо. Но вообще-то у вас три депутата. Может быть, вы все по три минуты выступите. Я и Нилов. Хорошо. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, абсолютно, наверное, очевидно, что данный проект федерального закона, он не во всем соответствует принятым юридико-техническим стандартам и до конца проработан с точки зрения необходимости внесения изменений в другие нормативные акты. Я вот сейчас услышал ответ на вопрос уважаемого Михаила Ивановича, и, конечно, в некоторых моментах я не соглашусь. Вы сейчас привели пример по табельному оружию. Но все-таки люди, которые носят погоны, даже люди, которые носят погоны, они и то нарушают действующее законодательство, и порой только они нарушают действующее законодательство, волосы дыбом становятся. Но мы знаем, насколько талантлив наш народ. В этом, наверное, умение не откажешь. Это и наш плюс, одновременно и наш минус, наверное, если касаться каких-то отдельных вопросов. Я более чем уверен, что внедрение такой практики, конечно, оно даст особую почву для размышлений нашим гениям, которые будут садиться за руль в нетрезвом состоянии и найдут тысячи способов для того, чтобы обмануть данный прибор, соответственно, нарушить действующее законодательство. Но тем не менее, сама концепция, сам подход к данному вопросу, я считаю, не исключен какого-то рационального зерна, ведь данный прибор уже вовсю используют все, не все, но большинство европейских стран. Не знаю, честно говоря, статистику в Соединенных Штатах Америки, использовали такие приборы, но тем не менее знаю, что приборы действительно есть, и пока что статистика по их использованию в западных странах, она действительно очень положительна. Давайте вспомним, сколько до недавнего времени, когда мы вернули так называемые промилле, сколько у нас людей, водителей попали под эту несправедливую гребенку сплошных проверок со стороны ГИБДД. Сколько людей лишились прав абсолютно по несправедливым причинам, потому что съели не тот продукт, потому что выпили не то лекарство, потому что выпили квас там или кефир. И многие из тех, кто попал под эту гребенку, которые зарабатывают деньги, кормят свои семьи путем того, что работают на достаточно сложном направлении, избрали себе очень сложный путь работы водителем, сейчас лишены такой возможности. Ведь если рассматривать в целом, например, уголовный кодекс, у нас даже люди, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления, они имеют шанс на условно-досрочное освобождение. И действующее законодательство дает такую возможность, чтобы люди, если они исправились, действительно могли выйти, и если они представляют уже никакую угрозу для общества, продолжать находиться в этом обществе. Почему мы не можем дать шанс нашим автолюбителям, при условии, что мы
более подробно, более детально подойдем к техническому внедрению данной идеи, дать возможность людям вернуть права, и в дальнейшем, конечно, мы можем надеяться на то, что эти люди встанут на путь исправления. Если кто-то совершил такую ошибку единственный раз в жизни, почему бы действительно не дать этому человеку шанс? Спасибо, Александр Сергеевич. Добавить, да? Добавьте 4 минуты. Если рассматривать концепцию коммерческого транспорта, мы сейчас говорили все-таки в разрезе, наверное, обычных граждан, автолюбителей, но если рассматривать концепцию коммерческого транспорта, у нас, и эту тему неоднократно поднимал на различных площадках, мы знаем, что есть соответствующие требования к действующему законодательству о прохождении предрейсового медицинского осмотра, пострейсового медицинского осмотра. И, как показывает практика и общение с надзорными органами, 90% юридических лиц, транспортные предприятия, которые занимаются перевозкой наших пассажиров, занимаются перевозкой грузов, к сожалению, не проходят эти медицинские осмотры ни до выезда в рейс, ни после выезда, приезда. И от этого происходит огромное количество дорожно-транспортных происшествий. Мы теряем самое ценное, что есть на Земле, это человеческие жизни. Почему бы не использовать данную практику и не внедрить ее в ближайшее время в коммерческом транспорте? Ведь, на мой взгляд, это действительно бы только выразилось позитивным образом для именно коммерческих перевозок, подчеркиваю. Наверное, нашу фракцию ОДПР никто не сможет обвинить в том, что мы каким-то образом когда-то каким-то предложенным законопроектом попустительствовали употреблению спиртных напитков за рулем. Мы всегда очень жестким образом относились к этому вопросу. И в частности, не так давно я предложил законопроект, внес его в Государственную Думу с попыткой, не буду сейчас рассказывать детали, но неким образом уравнять ДТП, которое унесло человеческие жизни в состоянии алкогольного опьянения, с убийством. Ведь мы все прекрасно понимаем, что человек, который садится за руль в нетрезвом состоянии, по определению уже является потенциальным убийцей. Но тем не менее, уже прошло достаточное количество времени, несколько месяцев, профильный комитет на данный момент не рассмотрел данный законный проект. Хотя, мне кажется, даже ситуации, которые вот сейчас только вспоминали, ситуации, когда человек унес, находясь в нетрезвом состоянии, унес огромное количество жизней и получил за это всего лишь 8,5 лет лишения свободы, мы понимаем, что так несправедливо, мы понимаем, что так не должно быть. И сравнивая, может быть, конечно, не та ситуация, не связанная с дорожно-транспортными происшествиями, но сравнивая с ситуацией в Турции, где турки напоили наших граждан некачественным спиртным напитком, и прокуратура потребовала наказание пожизненное и не была довольна вынесением приговора в 90 лет, вот здесь ты понимаешь, что законодательство действительно адекватно подходит к угрозе и, соответственно, к тем последствиям, которые мы получаем в результате того или иного нарушения действующего законодательства. В целом, Михаил Иванович, мы готовы поддержать концепцию вашего законопроекта, но также еще раз подчеркиваю, не могу не согласиться со многими доводами, которые изложил вам профильный комитет. Но учитывая ту практику, которая у нас сложилась в Государственной Думе, а практика заключается в том, что часто те законопроекты, которые предлагает оппозиция, даже не то что часто, а в 99% случаев, концептуально не принимаются абсолютно, но тем не менее те законопроекты, которые предлагаются у нас нашими коллегами из партии «Единая Россия», которые даже очень далеки до идеальных, они принимаются с учетом доработки во втором чтении. Поэтому при этом условии фракция ЛДПР готова поддержать ваш законопроект, но опять же с оговоркой, что ко второму чтению мы предметно и подробно подойдем к детальной его доработке. Большое спасибо. Спасибо. Тимченко Вячеслав Степанович. 7 минут включить. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, безусловно, предмет, затронутый в законопроекте, очень важная тема и очень чувствительная тема. Ведь что может быть дороже жизни человека, дороже жизни гражданина? И поэтому сам посыл, сама идея о том, чтобы снизить аварийность, преступность на дорогах, это благое дело. Не буду оценивать техническую составляющую законопроекта, просто хочу обратить внимание на другую часть этой проблемы. Ведь на дорогах гибнут люди не только потому, что за рулем находится водитель в нетрезвом состоянии, а зачастую это происходит и потому, что за рулем находятся невежественные, невоспитанные хамы, которые чувствуют себя королями на дороге, королями жизни.
Так вот, такие короли иногда встречаются не только за рулем, но и встречаются в жизни. Вот Михаил Иванович Сердюк, который сегодня утром очень ратовал за то, что он корректно принимал участие в избирательной кампании в Уфе, в Башкортостане, говорил, что он очень прозрачный, чистый и честный человек. Михаил Иванович, не надо вводить в заблуждение наших коллег и тем более наших избирателей. Я не буду ничего много говорить, я просто зачитаю обращение члена участковой избирательной комиссии от «Справедливой России» в адрес председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Заметьте, у меня здесь 8 таких обращений, не только от «Справедливой России», но и других, и даже от избирателей простых. Так вот, что пишет госпожа Кускова Л.Н.? Я, Кускова Л.Н., в течение 10 лет являюсь членом избирательной комиссии от «Справедливой России». На многих участках я поработала. Но то, что случилось на участке 373, о котором сегодня Михаил Иванович говорил, не лезет ни в какие ворота. Значит, спровоцировали конфликт некая группа людей. Один из них представился депутатом Госдумы Сердюком. Он начал оскорблять председателя секретаря, не базарь и так далее. Мы, члены комиссии, были возмущены их поведением. Избиратели смотрели на все происходящее, не могли войти, и они просто не смогли проголосовать. Безобразие. В течение часа они сыпали оскорблением в адрес председателя, а секретарю по телефону сыпались угрозы. Кого же мы выбираем в таком случае? Маску? Или они действуют по принципу, лишь бы я прошел во власти, а там хоть трава не расти? Кому же верить? О чем я говорю, дорогие друзья? Для того, чтобы у нас не было преступности на дороге, для того, чтобы у нас все друг к другу относились по-человечески и с уважением, мы, депутаты, должны давать пример. А вот таким примером, я думаю, мы вряд ли можем служить для наших жителей, для наших избирателей. И какие бы мы законы хорошие ни писали, если мы будем относиться к своим избирателям подобным образом, мы никогда не добьемся того, чего мы добиваемся. И, может быть, стоит, Михаил Иванович, разработать законопроект не об алкозамке, а о замке человеческого достоинства и человеческого поведения. Уважение своих избирателей, уважение граждан России. Спасибо. Нилов Ярослав Евгеньевич. С места включить микрофон. Я по сути законопроекта. Фракция ЛДПР поддержит. И когда я задал вопрос представителю профильного комитета, я не зря задал именно этому комитету вопрос, потому что тот законопроект, который был принят Государственной Думой в первом чтении, внесла его группа авторов от «Единой России» под руководством Ирины Анатольевны Яровой, он был принят в первом чтении и лежит без движения. Обращаю внимание, что сегодня Уголовным кодексом предусматривается за пьяные ДТП и в случае, если смерть одного человека до 7 лет, а в случае двух и более смертей до 9 лет, но все на усмотрение суда. Нижней границы не существует. Она лишь определяется общей частью Уголовного кодекса, то есть 3 месяца. А также существует вид наказания в виде различных работ. Таким образом, сегодня у судов есть правовые основания для определенных лиц, пользуясь телефонным правом, статусом тех, кто стал виновником пьяных аварий, давать, либо практически вообще не давать никаких реальных тюремных сроков, в результате которых, для тех лиц, в результате действий которых погибли люди. И, к сожалению, целый год прошел с того момента, как фракция «Единая Россия» обещала изменить Уголовный кодекс. Наши ЛДПРовские инициативы отказали в принятии, а свои приняли, и все лежит без движения. Видимо, боятся чего-то. Или есть иные причины, почему не хотят быстрее принять эти нормы. Второе. Фракция ЛДПР настаивает на скорейшем рассмотрении нашего проекта амнистии жертв так называемых нулевых промилле, потому что очень много людей, которые не употребляли алкоголь, были привлечены к административной ответственности, лишены права управления транспортным средством. Что касается замков, алкозамков, конечно, это цивилизованная мера, кого-то она сдержит, однако существуют способы обхождения таких запирающих устройств, например, воздушный шарик просто надувает человек, который алкоголь не употреблял, и после этого алкозамок преодолевается. Пьянство за рулем происходит даже больше не потому, что у нас мягкие нормы Уголовного кодекса или административного кодекса, они достаточно тяжелые, а из-за нашего разгильдяйства, вседозволенности, наплевательского отношения друг к другу. И самое главное – это отсутствие понимания того, что у нас существует неотвратимость наказания. У нас есть люди, которые пользуются своими удостоверениями, должностями, деньгами, связями и знают, что они будут освобождены от административной или даже от уголовной ответственности в случае, если будут пойманы пьяными за рулем. То же самое происходит и на выборах. В той же Ростовской области
те, кто вбрасывали, устраивали карусели, фальсифицировали, они понимали, что им ничего не будет, потому что их покрывают, их крышуют. Но как бы ниточки не виться, все равно конец, он очевиден. Я хочу напомнить всем в этом зале, 2010 год, фальсификация выборов в Московскую городскую думу, жесткая критика фракции ЛДПР в отношении бывшего мэра Москвы Лужкова привела к тому, что его с позором выгнали с поста. Спасибо. Дмитрий Иванович Савельев. Спасибо, Михаил Иванович. Вот действительно, видите, законопроект, видимо, отклонят, хотя он действительно нужный. А вот не подумать ли вам над таким моментом, что если собрать группу неравнодушных депутатов? Вот я же не зря спрашивал, производят ли их в России эти устройства. Если их не производят, значит, ввести их сюда. И обратиться, так сказать, к ГИБДД, взять отдельно взятый район. И вот как пилотный проект попробовать, как это будет работать. И затем показать всем, что это действительно дееспособный закон, и он нужен. Спасибо. Спасибо. Так, Михаил Иванович не будет. Пожалуйста, Михаил Иванович Сердюк. Спасибо за поддержку и понимание. А на те вот возгласы и упреки я отвечать не буду. Я не буду опускаться до этого уровня. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Федорович, будете выступать? Нет. Выносим на час голосования. По ведению Валерий Карлович Гартунг. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Иван Иванович, я хотел к вам обратиться. И к Тимченко Вячеславу Степановичу хочу обратиться. Вячеслав Степанович, ну не гоже использовать трибуну Думы для такого рода дел. Михаил Иванович очень воспитанный человек, он не стал отвечать. А как член комиссии по этике хотел бы сделать замечание по ведению. Если у нас депутаты выступают не по теме, а используют трибуну для, скажем так, некорректных выступлений, поэтому я ведущего прошу их прерывать и останавливать, потому что мы тогда в балаган превратим заседание Государственной Думы. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что это общее такое заявление, да, потому что, к сожалению, наши коллеги иногда грешат, да, пользуясь возможностью выступить, и отвлекаются от основной темы. Поэтому прошу всех это учесть. Следующий, 19-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 154 и 164 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Геннадий Васильевич Кулик. Уважаемые коллеги, постановка Ставропольской думы вопроса о совершенствовании налога на добавленную стоимость, применяемого в аграрном комплексе, я скажу откровенно, совершенно объективно, и эту работу надо провести. В чем дело? Вводя единый сельскохозяйственный налог, а на этом налоге сегодня работает 45% сельскохозяйственных предприятий, мы добились, чтобы налогом были обложены эти предприятия, только налогом платы за землю. Остальные от остальных налогов были освобождены. В то время это было вполне обосновано и давало определенные преимущества сельскохозяйственным организациям. Входное НДС было невысоким, цены по соотношению с промышленными были в нормальном состоянии. И этот налог действовал положительно и свою роль сыграл. Дело в том, что в последние годы мы с вами систематически повышаем стоимость услуг, а они включаются в издержки с НДС, на них еще добавляется налог в размере 18%. Значит, у нас повысились и цены на транспорт и многие другие формы материальных ресурсов, которые нужны сельскохозяйственному производству. Поэтому входной НДС значительно вырос в расчете на единицу производимой продукции, а в то же время компенсацию мы не получаем. Ставрополь ставит вопрос о том, чтобы найти форму компенсировать, так как это при общем порядке налогообложения действует, часть этих затрат
пределах той стоимости НДС, которую они могут получить предприятия, реализуя продукцию. Я еще раз хочу сказать, что вопрос, который требует, я бы буду просить и вашей поддержки, может быть, мы с фракцией очень серьезно работаем, пока нас поддерживают в этом отношении, потому что очень непростой вопрос. Группа депутатов, порядка 26 человек, внесло в правительство законопроект, который эту проблему решает, но немножко в другом плане, чем предлагают ставропольские организации. Пока мы получили отрицательное заключение, но активно работаем, подключили и комитет по экономическим вопросам с правительством к тому, чтобы найти решение этого вопроса. Могу сказать, что украинцы, казахи и белорусы нашли решение этого вопроса. Ну, к примеру, чтобы вы понимали, не буду вас глубоко погружать в эту тему, казахи приняли, Казахстан, простое решение. Они платят, начислили им НДС, который они должны заплатить в бюджет, они платят от этого 70%, а 30% средств остается в их распоряжении и так далее. Поэтому комитет в этом виде, как представлен, закон не поддерживает. Поверьте мне, как человек, который этим занимается уже второй месяц, я считаю, что в этом виде он не даст пользы сельскому хозяйству, на что мы все рассчитываем. Поэтому мы считаем, что этот закон надо отклонить. А что касается самой проблемы, я сказал, в каком состоянии и как она решается. Спасибо. Спасибо. Есть ли у депутатов вопросы? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Сергей Михайлович Катасов. Геннадий Васильевич, совершенно понятно из текста закона и частично из вашего выступления, что суть-то приводит к тому, что мы хотим им поддержать переработчиков. Переработчиков сырья. Мы хотим поддержать переработку. Вы сегодня, как бы приводя положительные моменты, в конце говорите о том, что вы не поддерживаете. И одним из аргументов это то, что какой-то разрабатывается другой проект. Вот вы мне скажите, с учетом того, что, во-первых, тот, который вами разрабатывается, он все равно получил тоже отрицательное заключение. Во-вторых, из данного текста абсолютно понятно, что если мы дадим возможность вот, учитывать стоимость сырья при переработке, мы поддержим. Причем поддержим всех. И переработчиков, и конечного потребителя, и производителя. Почему же все-таки вы предлагаете отклонить данный законопроект? Я отклонить предлагаю потому, что, еще раз повторяю, я вам доложил о состоянии дел с сельскохозяйственными производителями. Вас эта тема глубоко интересует, я вам сейчас доложу. Предлагаемая система ставропольцами сегодня практически разрешена. И они предлагают в цене, которая реализует эти товары, учитывать НДС. Сколько там учтено и сколько не учтено, можете знать только вы, потому что другой никто никогда не определит. И это приводит к тому, что если они это делают, попытку сделать это, то предприятие, которое не получает правильно по переработке возмещение, говорит, что это для них прямые убытки. Я не думаю, что наша страна может быть, и наш агрокомплекс может развиваться без переработки. Это единый цикл. Поэтому наши предложения направлены к тому, чтобы ни на копейку, значит, не увеличить расходы сельскохозяйственных предприятий и поставить в нормальное состояние предприятия по переработке продукции. Абсолютно верно. Дмитрий Иванович Савельев. Спасибо, Геннадий Васильевич. Ну, вы человек действительно искренне болеющий за судьбы сельского хозяйства. И действительно, сельское хозяйство медленно, наверное, загибается. Так может быть, нам совсем освободить от налогов сельхозпроизводителей? И тогда что-то изменится в положительном смысле сельскохозяйственной отрасли. Спасибо.
Я не совсем понял ваш вопрос, но хочу сказать еще одно. Я не думал, что так глубоко вас интересует. Вот сложившаяся ситуация сегодня перекачивает деньги в карман. Для того, чтобы переработчик не страдал, создается фирма-посредник, бухгалтер, секретарь и председатель фирмы. Значит, он закупает продукцию без НДС, продает товарищу-переработчику с НДС, 18%, ну сейчас мы платим по многим товарам, 10% разделили пополам, государство ничего не получило, а он получил возможность реализовать продукцию с НДС. Я вас очень прошу, когда мы говорим о том, что мы занимаемся этим вопросом, и уж кому вы задаете вопрос, чтобы я хотел ущемить интересы сельхозпроизводителей, ну вы обижаете просто. Еще раз повторяю, вопрос очень непростой, поэтому он идет тяжело. Сказал, как решают товарищи по соседи. Соседи, например, так решили. Нулевую ставку установили в целом. И для переработчиков, и для сельхозников. И так далее. Мы изучили, как за границей, и так далее. Нам надо, сегодня ведем работу, убедить правительство в том, что не теряет село, что переработка выполняет функции, платит налог, это увеличит поступление в бюджет, и поэтому пугать нас, что мы бюджет уменьшим, не надо. Мы вчера провели встречу в Министерстве финансов со специалистами, примерно 2 часа на этот счет. Взяли тайм-аут, и они, и мы, для того, чтобы вернуться к этой теме. Спасибо вам. Спасибо. Кто хотел бы выступить, прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Сергей Михайлович Катасунов. Геннадий Васильевич, я вас глубоко уважаю. И часто слышу ваши выступления на комитете, но тем не менее, все-таки мне показалось, что ваша позиция она была достаточно непоследовательной. Вы все время говорили, что можно и нужно поддержать сельхозтоваропроизводителей, но закон надо отклонить. При этом приводите примеры, как сделано у соседей. Получается у нас парадокс. Мы те, кто покупают и продают, мы им даем возможность учитывать при начислении налога на НДС стоимость закупки. Правильно, Геннадий Васильевич? Мы им разрешаем. Фактически мы поддерживаем перекупщиков. Но де-факто-то это получается так. А то, что вы говорите сегодня о том, что можно создать фирму, которая купит и потом с НДС продаст переработчику, так ну что же мы с трибуны Государственной Думы начнем предлагать в тень, что ли, уводить? Это вообще, я считаю, как-то некорректно. Мы найдем оптимизацию, понятно, что из всего можно выкрутиться. Но, к сожалению, те, кто работают у нас в этой сфере, они в сельском хозяйстве не такие уж дотошные люди и достаточно прямые. Те, которые похитрее, они уже все убежали из села давно и в городах занимаются бизнесом. Поэтому непонятно. Все же здесь четко и явно вписывается. Я прочитал заключение Аграрного комитета. Аграрный комитет поддерживает полностью по всем пунктам. Единственное, что он указал в заключении, это то, что разрабатывается новый закон. Господа, но я считаю, что это вообще не основание. Отказывать нам в рассмотрении, в принятии документа в момент его, вот когда мы здесь заслушиваем, из-за того, что кто-то что-то еще где-то подал, это вообще нонсенс. Его ждут, этот закон, наши сельхозтоваропроизводители. А мы им говорим, подождите. Тем более вы обладаете такой информацией, что все равно на него отрицательное заключение. Если мы с вами говорим о продовольственной безопасности нашей страны, то, наверное, мы должны этот закон рассматривать в положительном аспекте. Я могу вам привести пример, как это касается реально на селе. Вот я рассказал о заключении Аграрного комитета. Давайте посмотрим заключение Бюджетного комитета. Вроде все правильно.
говорится о выпадающей, скажем так, налогооблагаемой базе, что нет расчетов у ставропольцев. Но мы видим вот подходы правительства, когда они считают чисто математически, сколько должно поступить налогов, и ничего с этого не получается. Вот акцизы на водку мы подняли. У нас упало потребление водки ровно настолько, насколько мы подняли акцизы. У нас математика не работает. Поэтому если вы считаете, что мы дадим вот такую льготу, и у нас выпадут налоги у переработки, это неправда. Вы посчитайте, сколько у нас появится дополнительно рабочих мест. Вы посмотрите, сколько мы... 4 минуты добавьте. Сможем получить дополнительные продукции. Я вам привожу простой пример. Вот Оренбургская область, Грачевский район. Всего-то навсего, появился предприниматель, который стал собирать молоко у сельских подворий. Всего-то навсего. Мы в течение 2 лет в этом районе вышли по объему молока, которое мы собираем у них, до того, которое дает коллективное хозяйство. Стали держать по 12 голов животных. То есть, как только мы даем какую-то возможность в сельском хозяйстве, у нас сразу это появляется. Вы посмотрите, у нас количество школ, которые закрываются, сотни, в области сотни, больницы закрываются, у нас народ оттуда уходит. А где у нас предложения по селу? У нас есть какие-то предложения у правительства? Да нет их. Так пусть разрабатывают бизнес-план, каждый губернатор, пусть разрабатывает бизнес-план для каждого сельского поселения. И одним из моментов, это является, конечно, самозанятость. Если бы мы этот момент решили, то мы решили и другие проблемы. И как раз бюджет бы наполнялся. И зависимость нашей страны от товаропроизводительного импортного, он бы, конечно, снижался. Поэтому есть еще один момент в заключении бюджетного комитета, с которым я тоже согласен, что если буквально, я вот не взял, к сожалению, вышел сюда читать тот законопроект, который ставропольцы внесли, то там получается, что из сырья, продукция из сырья закупленной. Это слово «закупленное», оно относится к продукции. И буквально, когда мы читаем, что сегодня эта продукция и так участвует в расчетах. Поэтому там всего-то нужно было поправить нам «закупленного», чтобы это слово относилось к слову «сырья». И тогда смысл совершенно предложения меняется. И тогда мы как раз имеем возможность вот решить ту проблему, о которой ставропольцы нам говорят. Поэтому здесь, на мой взгляд, все-таки проблема не в том, что лежит закон. Проблема не в том, что у нас окончание не написано. Это проблема политической воли. И если мы хотим действительно говорить о безопасности страны, поддержать село и наполнить бюджет, то, конечно, такой закон нужно принимать. А в процессе второго чтения можно было вот эти все недочеты урегулировать, но самое главное, закон бы был в работе, и сельхозтоваропроизводители, которые ждут сегодня решения этого вопроса, они, конечно, бы сказали, да, Государственная Дума занимается реальными делами, реально принимает законы, которые меняют сегодня облик нашей деревни. Спасибо. Спасибо. Геннадий Васильевич Кулик. Я рад, что ЛДПР так активно работает, но я только хочу сказать, что я уже давно не живу иллюзиями, а живу реальной жизнью. Я еще раз повторяю под стенограмму, что тот, что мы сегодня добиваемся, не ущемит, нисколько не уменьшит сегодня доходность сельскохозяйственных предприятий по этой причине, но снимет целый ряд проблем, связанных с переработкой. И вот утечкой, дело не в рекламе, а дело в том, что нас с вами обязывают такие законы принимать, которые бы не позволяли развивать коррупцию. А этот закон, прямо сегодня действующий, стал на это дело нацеленный. Поэтому я еще раз хотел просить, значит, пожалуйста, если есть у вас какие-то сомнения, я приглашаю вас, приходите, посмотрите тот закон, который мы вносим. Посмотрите, что сделала Украина, посмотрите, что сделала Белоруссия, Казахстан, что мы учитываем в опыте. А потом, после этого, вы определите свою позицию. Спасибо вам. Спасибо. Выносим на час голосования. Коллеги, объявляю перерыв до 16:00. Приятного аппетита всем.